час ночи полицейским пришлось разбираться, кто же из трех лиц, признававшихся в угоне, действительно взял без спроса чужое транспортное средство. Восстановленные автоинспекторами Toyota Ipsum ехали две молодые женщины, мужчина и пара такс. Таксы изредка потявкивали, а сидевшие в машине наперебой брали вину на себя. Каждый из них по очереди признался, что угнал машину. Вот хозяин машины, я у них дома был, все, я у них угнал тачку. Ну, то есть ключи. Понимаешь? Ключи, ему тачку, собак взяли с собой. Сели в машину, поехали. Автоинспекторы задержали Ipsum на Восточном шоссе около АЗС, расположенной в районе перекрестка с улицей Выборгской. За рулем минивэна сидела хабаровчанка, от которой пахло спиртным. Водительских прав и документов на автомобиль у нее не было. Дама объяснила, что взяла машину у мужа, чтобы отвезти гостившую у них подругу в поселок имени Горького. Почему же он на вас заявление написал? Я тоже сама не понимаю, ну да, ключи взяли без спроса. Но он знает, что это уже не первый раз у нас такое было. Просто он знает, что да, я такое могу сделать. Ну и вот он написал. А вы с ним официально-то расписаны? Нет, гражданский брак, у нас трое детей. О, здорово. И две собаки еще. Когда полицейские по телефону связались с владельцем Toyota, он ответил, что его машина должна стоять в гараже. Мужчина предпенсионного возраста заверил автоинспекторов, что ключи никому не передавал. Эпидемия признаний в угоне началась как раз после этого заявления. Серьезно, я угнала машину у своей же подруги, представляете? Но это нет, в смысле, я угнала. Она бы сидела со мной рядом, я взяла у нее еще и собак. Вот представляете, я угнала ее вместе с собаками. Подругу в машину и собак. По документам Ipsum принадлежит вовсе не мужу дамы, сидевшей за рулем, а его отцу. В качестве подозреваемой в угоне в отделение была доставлена именно невестка. Будет ли у этого дела судебная перспектива, станет ясно после встречи родственников на трезвую голову. С места происшествия Константин Ковешников, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.